بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد продолжаем грамматический разбор аята алям начали арда михада разве мы не сделали землю ложем альхамзату а алям альхамза это харфу стифхамин это вопросительная частица мабния аля фатха то есть неизменяемым окончанием с фатхой на конце «Лам» – это «харфу нафин у джазбин у кальбин», как мы сказали, частица отрицания, усечения и изменения, то есть изменения времени глагола. «Начал» – это «фиалюн мудариан», это глагол настоящего будущего времени. «Мальзумун билям» – поставлен в усеченном состоянии, в состоянии аль-джазм посредством частицы «лам». То есть «лам» – это и есть тот амиль, тот фактор, который поставил этот глагол в состоянии аль-джазм. Уаламату джазмихи, признаком его джазма, признак того, что этот глагол поставлен в состояние аль-джазм, является сукуна ахри, сукун на его конце, то есть сукун над буквой лам. А если кто-то спросит, как вы утверждаете, что здесь на конце сукун, в то время, как мы видим, на его конце касру, а не сукун, мы же говорим алям наджали аль-арда, а не алям наджали. На этом мы скажем, что здесь на конце в основе действительно имеется сукун. А что касается касры, то она появилась ради избежания встречи двух сукунов, как мы об этом говорили несколько раз. А два сукуна здесь – это сукун букву «лам» на конце глагола «наджаль» и сукун артикля «аль» в начале слова «аль-ард», так как хамза не читается, а опускается, потому что она соединительная хамза, хамза туль-васля. Идем дальше. «Вафаалю» – «айфааль» этого глагола, то есть его действующее лицо – это «домирун мустетун», это скрытое местоимение. «Вафаалюху» – «афааль» этого глагола, то есть его действующее лицо – это «домирун мустетун», скрытое местоимение, то есть местоимение, которое не произносится, но понимается с самой формы этого глагола, потому что в начале этого глагола, настоящего будущего времени, стоит добавленная буква «нун», которая является признаком, указывающим на первое лицо множественного числа как мужского, так и женского родов. Таким образом, глагол «наджалю» автоматически содержит в себе местоимение «нахну», то есть «мы», местоимение первого лица множественного числа. Значит, «домирун мустатирун» – его фаль – это скрытое местоимение. «Домирун мустатирун уджубан» – то есть скрытое в нем в обязательном порядке местоимение. То есть его файл – это всегда местоимение, и оно всегда будет скрытым в обязательном порядке. Оно никогда не проявляется явно, не произносится, а всегда будет скрытым, подразумеваемым. Значит, глагол настоящего будущего времени любой породы, если в начале у него стоит добавленная буква «нун», это уже автоматически значит, что это форма глагола первого лица множественного числа. И этот глагол содержит в себе местоимение первого лица множественного числа «нахну». И фаль такого глагола всегда будет только скрыто в обязательном порядке местоимения. То есть никогда не будет так, что вместо местоимения «нахну» в глаголе настоящего будущего времени мы увидим другое явное имя. Например, когда ученики говорят «нактубуд дарса» – мы пишем урок. Здесь фаль, то есть действующим лицом, будет местоимение «нахну», которое будет подразумеваться в нем и будет скрытым в обязательном порядке. И мы здесь не сможем сказать «нактубуд туллябуд дарса», утверждая, что слово «тулляб» здесь является фаалом, то есть действующим лицом. Более того, даже если мы скажем «нактубу нахну дарса», даже в этом случае у нас фаалом будет скрытое местоимение «нахну», а не произнесенное. А что касается произнесенного местоимения «нахну», то оно будет считаться таукид, усилением для содержащегося в этом глаголе местоимения «нахну». Значит, мы говорим «вафаалю», то есть фаал этого глагола «начал» – это «домирун мустетрин уджубан», скрытое в нем в обязательном порядке местоимение «нахну», «такдируху нахну», и подразумевается это местоимение «нахну», то есть это скрытое местоимение – это местоимение «нахну». Дальше «аль-арду» – это у нас «мафуул бихи ауль», первый «мафуул бихи», то есть первое прямое дополнение глагола «начал». «Мансубун бихи» – поставлено им, то есть этим глаголом в винительном падеже. То есть амилем, фактором, который поставил слово «аль-арду» в винительном падеже, является глагол «наджалу». Значит, «мансубун бихи», то есть «мансубун бильфиали», поставлен в винительном падеже этим глаголом. «Уаламут насбихи» – признаком насба, то есть признаком состояния насба у этого имени является «аль-фатхату дзахирату аля ахирихи» – явная фатха, произносимая, видная фатха над его окончанием. Почему у нас имя «аль-арду» в винительном падеже? Потому что это «мафулун бихи» – прямое дополнение. А согласно арабской грамматике, «мафулун бихи» – прямое дополнение относится к «мансубатам», то есть к именам, которые поставлены в винительном падеже. Почему признак «наспа» у нас здесь «фата»? Потому что это имя единственного числа, а признаком состояния «наспа» в именах единственного числа, согласно правилу, является «фата».
Почему явная фата, а не скрытая? Потому что здесь у нас нет причины, из-за которой подвижная огласовка должна была бы быть скрытой. Дальше мигадан. Мигадан – это мафулун бихи санин. Второе прямое дополнение. Мансубун бельфиали – поставлено в состояние насб глаголом наджаль. Дальше мы говорим то же самое, что и про имя аль-арду. То есть, ва аламату насбиха аль-фатхату захирату фи ахрихи. То есть, признаком насба здесь тоже будет явная фатха над окончанием этого имени. Почему? Потому что имя Мигадан, так же как и имя Аль-Арда, это имя единственного числа, на конце которого нет причины, требующей, чтобы его подвижная огласовка была скрыта. Дальше, разобрав все слова этого предложения в отдельности, мы уже переходим к самому предложению в целом и говорим «Вальфиалю маа фаилихи», то есть глагол «йо фааль», также все связано с ним, как два его мафуля, то есть глагол «началь» и «йо фааль нахну» и так далее, все это будет «джумлятун фиалитун», глагольное предложение, потому что оно начинается с глагола. Это будет «джумлятун фиалитун истинафиятун», то есть возобновляемое предложение, новое предложение. То есть мы здесь перешли к новому предложению «джумлятун истинафиятун». А «джумлятун истинафия» – возобновляемое предложение, это можно сказать то же самое, что и «джумлятун ибтидаиятун» – начальное предложение. Значит, и у этого предложения тоже не будет места в падеже. Поэтому мы говорим здесь «истинафиятун» – возобновляемое, то есть начальное предложение «ля махалли лаха мин аль-и'раби», и оно тоже не имеет места в падеже, потому что ему не предшествует что-либо, что предполагало бы для него место в падеже. На этом все на сегодня. На следующем уроке мы продолжим наш разговор про глагол «наджаль».